Этим малышам-близнецам всего полгода. Нелла и Номби родились в мюнхенском зоопарке в декабре. На этой неделе они впервые осматривали свой новый вольер в компании мамы – белой медведицы по имени Джованна. Отныне им разрешат играть здесь каждый день, но медвежата пока что крайне осторожны, рассказывает главный смотритель зоопарка Мюнхена. Джованна заманивала их поближе к воде. И потом они все-таки рискнули зайти. Малыши уже привыкли к неглубокой канаве с водой и спокойно прыгают в нее. Но теперь у них есть большой водоем, и рядом с ним они явно не чувствуют себя в безопасности и слегка побаиваются. Но уже через несколько дней, а может быть даже часов, все изменится. И тогда мы увидим, как медвежата прыгают в воду. Нелла и Нобби пока что только приступают к изучению нового вольера. Они первые детеныши белого медведя, родившиеся в мюнхенском зоопарке. Их матери Джованне 8 лет, а папе по имени Йоги уже стукнуло 24. Его пока что переселили в зоопарк Штутгарта на юге Германии. Зоологи считают, что отец может представлять серьезную опасность для новорожденных. Иногда счастливые папаши воспринимают свое потомство как добычу и поедают малышей.